Хочешь быть волонтером? Научим. Челябинская молодежная организация «Доброволец» приехала поделиться опытом со Златоустом. Как помочь людям с ограниченными возможностями и другим категориям граждан? Ребята рассказали школьникам и студентам на встрече в педагогическом колледже. Подробности в сюжете. Представители Челябинского движения волонтеров уже познакомились с работой Центра реабилитации детей и взрослых в Златоусте. Людмила Шарапова отмечает, наши ребята-добровольцы всегда откликаются на призывы о помощи, и опыт коллег никогда не бывает лишним. И вот это вот движение, именно волонтерская школа, оно, конечно, востребовано и нужно. Вот. Но мы наконец-то их дождались. Сегодня в результате инвалиды нашей организации и взрослые встречались с этой делегацией, позадавали вопросы, услышали, показали видеоматериалы, как правильно проводить реабилитационные вот эти именно волонтерские школы. Учебный центр «Доброволец» действует на базе Челябинской организации инвалидов 3 года. Накопленный опыт ребята готовы и стремятся передать молодому поколению других городов и, в частности, Златоусту. Девушки объясняют, кому нужно оказывать помощь и кто такой волонтер. Смелый, добрый, активный, позитивный, который помогает бескорыстно. Встреча прошла на базе педагогического колледжа. Там собрались будущие учителя, а также студенты и школьники других учебных заведений Златоуста. Человеческий потенциал не зависит от городов. В каждом городе есть множество молодых людей, которые готовы, наверное, всегда прийти на помощь. Я думаю, ваш город не исключение, а наоборот. Потому что я знаю, что у вас существуют и волонтерские организации, волонтерские группы. Вот. И одна из наших задач – показать те направления, которые, может быть, не обращали внимания, может быть, не знали. Очень важно, считают волонтеры, вовлекать в такую работу молодежь. В Златоусте большой потенциал, уверены гости. В ходе встречи активисты договорились освоить в этом году новый для Златоуста опыт – организовать летнюю практику будущих педагогов в местном обществе инвалидов.